Всем привет. Идемте посмотрим, какой у нас процесс идет тут. Что сегодня делаем? Че, обедать пойдем, нет? Че, говоришь, один прикрутите и пойдем? Чем делаю перегородку у мальчиков сегодня. Ой, чуть не споткнулась от гипсокартона. Ванюша тут изобретает. Сегодня в сад не пошли, дома. Сегодня все отсыпались. Завтра пойдем. Санечка что делает? А можно вот на вот этой клеенке? На клееночке, пожалуйста. Так, ребята тут помогают папе. Дима у нас сегодня в школе. Но у нас сейчас один учится. Скоро должен прийти. Второй час уже. Миша уже профессионал у нас. Построит свой дом. Будет все знать. Такую практику прошел. А Надя мужу будет подсказывать, как дом строить. У нее тоже уже большая практика. Насмотрелись тут. Сейчас пойдем обедать. Пойду пока малышам разложу, а то все горячее. Погода сегодня хорошая. Правда, ночью метель такая была. А у нас сегодня гороховый суп и тушеная картошка с овощами. Так, я тут пытаюсь тюль на окно сделать. Посмотрела все идеи. Так, Парся, я понимаю, что ты сейчас хочешь поиграть, но ты мне сейчас затяжки сделаешь, не трогай. Ты посмотри, какой я. Пусти какой. Отдай быстро. Ой, прыгает на окна. Вот ему все заиграть надо. Ты посмотри, какой, а. Вот твой домик. Вот твой домик. Смотри, какой. Вот здесь и сиди. Ложись. Видишь, как здесь хорошо? У нас теперь просторно. Мы убрали шкаф, убрали старый диван. Но он еще нам послужит маленько там. И, короче, ну вот. Такое пространство свободное. Надо будет все гипсокартоном зашивать аккуратненько. Но это уже после. Лиза уже села, обедает. Так, гороховый суп и картошечка у нас готова. Все отключила. Вытяжку можно вырубать уже. Будем кушать. Алиса тут притащила швейную машинку. Ваня тут изобретает. О, молодец. Сейчас возьму тебя. Смотри, что сделал твой братик. Смотри, Сёма. Как это называется, Ваня? Помнишь, папа подсказал, все изобретения нужно называть. Какое-то название придумывать. Так, швейную машину нельзя, сына. Это кран, короче, да? Вот так, друзья, у нас стена еще одна выросла. Перенесли сейчас стол, передвинули и шкаф передвинули. Тумбочку поставили, еще нужно будет вот сюда стол один. Вот от окна все убрали, чтобы ничего там не сырело. Слава песни поет. У нас, кстати, отключили свет, света нету. Сидим без света сегодня. Ну, это ненадолго, надеюсь. Ты что, опять лечить меня взялась? Наклейки мне тут. О, буду красивая. Да? Давай. Друзья, хотела бы ответить еще на вопрос. Мы спрашивали про теплый пол. Можно ли будет мебель ставить на него, что не погнется ли труба у нас с отоплением. Ну, то, что вот эти пупырчатые... Подклад вот этот вот, да, который... В общем, все нормально. Это Алиса. Можно, конечно же, ставить мебель. И вот мой гипсокартон даже, видите, какой вес положили. То есть это все нормально. Все рассчитано специально. Оно немножко приплюснется. Но ничего страшного не будет. Все будет хорошо.
Вот, друзья, такая температура у нас и влажность. Сейчас на втором этаже. Тепло, хорошо. Тебя поймали, да? Добычу. Ой, ой, ой. Папа на ручки взял. Попалась, которая кусалась. Света нету, представляешь? Отключили, что даже не заметил? Света нету, теперь придется ножовкой все пилить. Что-то Саша даже, ну, не знает, говорит, город что ли отключил. Непонятно, наших не видно электриков тут. Чтобы они подъехали, загрузились. В общем, непонятно пока ничего. Так-то нам циркулярка нужна, вот она, чтобы все это напилить сейчас. Сегодня, наверное, у девочек тоже вот, дозашьем стену. Ну, кстати, девочки будут переезжать из этой комнаты. Вот в эту комнату. Вот, они хотели эту комнату и вот переедут туда. Там старшие мальчики в той, а здесь малыши будут. Короче, посмотрим, что получится. Так, я, наверное, буду заканчивать это видео, потому что мы сейчас его на мобильном интернете очень долго будем выгружать. Так что все, друзья, до следующих видео. Пока-пока всем. Увидимся.